Включи там, чуть убедиться в этом. Ну никак не включить, пока видео нет, не включить. Угу. Ну все, поехали. Добрый вечер, милые дамы, уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельян. Наталья Некрасова. Соавторы проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины. С нуля. Сегодня у нас очередные вязальные посиделки. И сегодня мы будем вязать свинку номер 3, то, что вы видели уже на заставке. На самом деле мы запланировали 4 свинки, но 2 связали, 2 пользовались большим успехом. И тут вдруг я встречаю комментарий. Может, хватит уже с свинками, надо завязывать? Вопрос, а что вязать дальше перед Новым годом? Вот что вам бы хотелось связать перед Новым годом, в чем вы испытываете потребность? Потому что наши зрители, наши участники, они говорили о том, что новогодних сувениров нужно как можно больше. И либо мы их ходим, покупаем, заказываем на Алиэкспрессе, либо где-то на распродаже в давках даемся, либо же мы их вяжем сами. А так как мы вязальщицы, точнее, они вязальщицы, мы сочиняльщицы, да, то запасов пряжи у нас всегда очень много. И всегда очень много пряжи, которую некуда деть, которая не использована в хозяйстве, которая не найти применение. И поэтому свинка у нас огненная, можно ей дать расцветку любую, вплоть до того, что фантазийный. Вот я покажу дальше в слайдах, что свинок нам присылали из разной пряжи. И они как бы не обязательно нужно быть таким вот анималистом, прямо таксидермистом, прямо вот чучело, настоящее чучело свинки. Не, самые очаровательные игрушки – это пародии. Да. Немножко вот утрированные. Главное, чтобы они были смешные, забавные, веселые, позитивные. Да. Тогда они привносят истинную радость. Ну и слайды я буду показывать немножко позже. Мы с Натальей немножко изменили формат наших вязальных посиделок. Если помните, раньше у нас было две части. В первой части мы рассказывали, что у нас было на неделе. Во второй части мы уже проводили сам мастер-класс. Но с Натальей мы решили немножко... Зима. Да. Мы решили, что нам удобнее делать так, чтобы это все было в одной трансляции. Не будем разделять. И поэтому, чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. И быстрее получим свинку. Да, и быстрее получим свинку. Маэстро, прошу. Я уже Собралась полчаса сидеть, ждать, пока ты покажешь. Нет, я буду свинок показывать в процессе вязания, потому что будет очень много времени, когда Наталья будет бжикать машинкой, поэтому вы сейчас присутствуете при переходе. Так, сигнал между другой. Сейчас, минутку. То, что обычно было у нас за кадром. Так, сейчас я соберу свое имущество, которое тут раскидано в большом количестве, потому что... вязание у нас. А мы пока настраиваемся, не забывайте ставить лайки, если вам нравится. Вообще, чем мы занимаемся, не обязательно сегодня, как мы выглядим, какие мы беленькие, а то, чем мы вообще занимаемся. Не забывайте нажимать кнопочки соцсетей для того, чтобы это видео оставалось на ваших аккаунтах, потому что мы его оставим в открытом доступе. Итак, сегодня у нас поросенок. Свинка, поросенок, как угодно называйте. Главное, чтобы это была забавная, позитивная игрушка, как мы сказали, будет связана вот такой сложной конструкцией. Смотрите на эту конструкцию. Сейчас по ходу дела буду объяснять, что откуда берется и что мы вяжем. Мне для вязания понадобится пряжа для, собственно, свинки. Она у нас будет ярко-розовая, традиционная. И две отделочки, беленькая и красненькая. Это для одежды. Вязать все будем единым полотном, то есть у нас свинка будет цельновязанная, нам останется только шить, набить и оформить веселую физиономию. Поэтому... Вопрос, а кто видел эскиз свинки, кто знает, какую модель мы будем вязать? На самом деле у нас 3 мальчика, 1 девочка, но вот получилось так, что мы решили девочку передвинуть, хотя на заставке у нас стоит мальчик. Кто видел модель, которую мы будем сегодня вязать? Мне как бы есть люди, которые неадекватные, говорят, как можно вообще это вязать? Вот ты видела эту колбасу? Ой, я стараюсь на это не смотреть. Нет, я имею в виду, что ты видела эскиз. И прототип видела. Пухленькая свиночка, очень веселенькая, очень какая веселенькая, она должна быть в жизни. Просто некоторые считают, что если свинка, значит, она должна иметь те пропорции, что у свинки. То есть она не должна быть ни на что похожа. Ну, это люди скучные, без эмоций. Да, без эмоций. Без креатива, без фантазии. Я даже не скажу, что без креатива. Креатив – это дело такое, но без эмоций. Вот они
Знаете, это напоминает мне карнавальную ночь. Коротенько так минут на 40 лекцию вам на Новый год. Вот это из этой серии. Мы привыкли все-таки веселиться, получать удовольствие от всего, что делаем. Даже если это простые вязаные рейтузы или колготки, то пускай они будут с весельем связаны. Это наш... Ну как еще? Я уверена, что в любой вещи остаются эмоции. Наверное, да. Потому что вот почему платье 5 раз перевязанное носить невозможно, несмотря на то, что оно красивое получается. В нем такой негатив уже. Поэтому. Этой несчастной вязальщицы, которая ненавидя его перевязывала уже 105-й раз. Пусть оно очень красиво будет выглядеть, но в нем будет что-то такое, что. Воспоминания тяжелые, да. То же самое с игрушками. И вот обратите внимание на лица игрушек, которые мы с вами делаем. В каком настроении мы эту игрушку вяжем, такое у нее будет лицо, такое выражение. Итак, что нам нужно для работы? Игрушка будет по размеру соизмерима с тем, что мы уже связали, примерно в том же объеме, поэтому можете брать мои петли ряды. Это как раз тот редкий случай, когда я вам даю схему. Сколько петель рядов? Потому что от того, что у вас будет другая плотность, другая пряжа, у вас свинка будет чуть потолще, либо чуть повыше. Разницы никакой, она все равно будет веселая и задорная. Поэтому берем, пользуемся теми мерками, которые у меня, потому что сантиметры я вам сейчас не даю. Даю петли ряды. Так, у меня... Тело свинки занимает 51 петлю, потому что у нее есть две ноги. Кстати, я их заранее связала. Мы их сейчас наденем на машинку и будем вязать дальше. Поросенка мы будем вязать вместе, потому что он не то чтобы сложный, но чем долго теоретически объяснять, откуда что взялось, я прямо вместе с вами его провяжу. Итак, 10 петель, 15 рядов – это квадратики. Вот такие вот квадратики розового цвета, потому что это тело нашей заготовки. То есть ножки, вот они, два квадратика. 13 петель от края, 10 сантиметров ножка, 5 сантиметров между квадратиками, 10 сантиметров квадратик и 13 сантиметров с другой стороны. Это как раз наше тело. Провязываем с вами 17 рядов и остановимся. Итак, моя задача отмерить 51 петлю, разместить на ней, на этих 51 петле квадратики и провязать 17 рядов. Пошли вязать. Для микро. Комментарий. Девочки, никого не слушайте. Вяжите. Все очень нужно и интересно. Мы тоже решили, что мы, конечно, слушаем, что нам говорят, но решение мы принимаем сами. Как всегда говорится, если вам что-то не нравится, у вас есть возможность уйти и даже не ставить организаторов мероприятия в известность. Поэтому, не нравится, уйдите туда, где нравится. Вот, На все вкусы и цвета есть, сейчас есть. Да, можно найти там, где нравится. Пока. Я хочу настройку. Так, вроде как отсюда до сюда. Все, вся свинка видна. Итак. У меня тринадцать петель от края. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13 от этого края, 13 от этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. Проверяю, что здесь 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Между ними 5. У меня 5. Елена говорит, наверное, у меня собачье настроение. Хрюшка номер 2 на собаку похожа. Прошлый год собаки был, насколько я помню. Видимо, вот, наверное, отсюда и взялось. Да. Знаешь, мне кажется, что вообще игрушки одного мастера, они всегда друг на друга похожи. Потому что и свинки эти были, они по принципу собак, или собаки по принципу свинок. И следующий год будем вязать тоже. Основу-то одну используем, тут определяется только декором. Поэтому не переживайте. Главное, чтобы она нашла приют в вашем доме. И все. А собака или свинка вообще без разницы. Да, вообще без разницы. Главное, чтобы она улыбалась. Мне так понравился комментарий девушки. Простите, не помню, кто написал. Помню кошечек-собачек. Сидят мои кривенькие и радуют меня до сих пор. Те наши кошки-собачки, там, которых мы вязали. Кривенькие, не кривенькие, они свои, родные, понятные и приятные. Так, надеваю эти квадратики на 10 иголок. По плану. Я их связала заранее, просто чтобы время не тратить, потому что это несущественная деталь. Так, вторую.
можно было повжикать здесь, то есть можно было. Было надевать. Можно было повжикать, остановиться. А зачем? С другой стороны, да. На самом деле, когда у нас был формат такой, что мы следили, чтобы вы все вязали вместе с нами, мы останавливались, ждали, пока все провяжут, пока раз. Мы вспоминаем первые мастер-классы, да, когда вязали, действительно вязали вместе с нами и докладывались, связали, не связали. Тогда был смысл вообще. Да, мы пробуем разные формы, потому что, во-первых, конечно, первая задача, которую мы ставим, это чтобы было нам интересно. Потому что если интересно автору, будет интересно зрителям. Если автору не интересно, как говорится, полюби себя сам, и тебя полюбят другие, другие потянутся. Вот мы примерно в этом же направлении работаем. Если нам не интересно то, чем мы занимаемся, вам будет тоже противно. То есть вы будете чувствовать вот это, что через силу идет. Поэтому мы выбираем, придумываем то, что нам действительно интересно, то, от чего мы сами, даже без зрителей, будем сидеть, вязать и смеяться. И поэтому как бы радуемся сами, придумали какую-то задумку и радуемся. Вот точно так же этих свинок, которых мы навязали 4, но на самом деле их может быть больше. Угу. Наталья что-то считает. Да. Что? Так, ничего не считаю. Да, все нормально, ничего не считаю. Никуда и не летаю. Я. Так. Все, начинаем вязать. У меня по плану 17 рядов до первой операции, которую мы с вами будем выполнять с нашей свинкой. Еще раз говорю, можете пользоваться этими же рядами петлями, потому что все, что изменится в нашей игрушке, она станет чуть потолще, либо чуть повыше. Но кардинально саму суть игрушки не изменится. Если вы хотите другие пропорции, посмотрите, что вы хотите. И тогда сами увидите, что и где вы хотите изменить. Итак, 17 рядов. Вилла пишет, нам с вами интересно. Вяжите свинок побольше. Ну, на самом деле, все разные. Кому-то, вот, я даже не понимаю, человек, который против вязаных игрушек, ну, хватит уже, и вяжите что-то другое. Я просто не понимаю, почему это обращено к нам. То есть у нас ничего другого-то и не было, собственно, на посиделках. Ну, ты знаешь, это когда тебе в деревне приходят и говорят, хватит цветы выращивать, картошки засади, лучше это, да, в своем палисаднике. Или хватит картошки, там еще чего-то. Да, ну вот точно так же. Ну как, к этому относиться? Ну, человек лезет не в свое дело, поэтому хочешь, просто сажай, от нас ждет чего-то такое, чего мы как-то изначально и не позиционировали. Так, мне главное не сбиться, потому что мы так не завершим. Провязали. Вот моя свинка. То, что здесь набор по квадратикам идет, ничего страшного. Что я сейчас делаю? Вот сейчас я вот то, что сняла, давайте я провязываю 18. Сейчас у меня 7 плотность, я ставлю 10 и провязываю один ряд. Сразу возвращаю плотность на место. Нить не обрываю. Я сейчас снимаю, набросываю нить, мою свинку. Да не, вот уже это. Любую пряжу, несколько рядочков и снимаем набросовую нить, плотно срезаем. Глядя на вот эти ножки, кажется, что они будут просто вот ножки и ножки. А на самом деле это ножки с большим-большим секретом. Вот мы с Натальей долго мудрили над этой выкройкой. Вот как ее сделать так, чтобы она была последовательно вязалась, но в то же время, ну, как бы в целях экономии времени, чтобы не надо было ее из частей делать, но в то же время, чтобы она получилась очень забавная и необычная. А задача-то в том и состоит, чтобы связать. Самому удивиться, что самому у тебя удивиться, как получилось. Да, потому что, когда ты вяжешь вот что-то такое, как мы собачку прошлую вязали, связали какую-то странную тряпочку, а когда ее набили, раз, получилась свинка. Итак, что я сейчас делаю, что я беру? У меня длинное полотно, которое представляет из себя три длины по количеству петель. То есть, если здесь 50
петель 51, то вот это вот полотно у меня 150, в 3 раза больше. Ну и 3 сантиметра провязано примерно. То есть здесь у меня 10 рядов на 150 петель. Еще раз, потому что в 3 раза больше, чем количество петель, которые есть на тело поросенка. И сейчас я на каждую иглу надеваю по 3 петли. То есть делаю огромную-огромную сборку вот из этого полотна. Красная, потому что вот красная. На самом деле... Будете вязать, можете любого другого цвета использовать полотно. Сейчас его пошинкую на несколько частей, чтобы удобнее было. В данном случае я не использовала катушку, потому что полотно подпарено, оно не сильно... Эта катушка тут будет нужна. Тут вопрос такой интересный, не по уроку, а вообще сам по себе. Девушки, вопрос... Сейчас, что-то у меня тут зависло. Зависло. Развесни, пожалуйста. Не могу, что-то скриншот какой-то хочет мне сделать. Эскейпаю. Ой, опять куда-то ушло. Да что ж такое-то? Так, вопрос не по теме. Пришла вторая фантура. На ней планка прижимная тоже должна быть с поролоном. У меня просто пластмасса. Вот, не просто знаешь? Пластмасса без поролона. Нет. В этом и кайф, что ее менять не надо. Так, по 3 петли на одну иглу. Делаем такую хорошую-хорошую сборочку. Ну, девочки тоже говорят, без поролона, да. Ну, давай, пока ты надеваешь, я покажу немножко слайдов из того, давай, что мы вязали в прошлый раз. Потому что в прошлый раз мы с вами вязали свинок. И свинки эти были не такими сложными. В прошлый раз мы вязали свинка номер 2. Это вот такой поросенок. Вся изюминка его была в том, чтобы он был на ножками, то есть чтобы это было тело, и чтобы было толстое-толстое пузико. Потому что как бы символ сытости все-таки это вот именно в этом, в накопленном жире. И первое прислала Елена. Ну, как бы, посмотри, Наташа. Задумчивое такое выражение. Маргарита у нее... из первого урока и из второго урока свинки в одном. Ольга, вот мне связала. Очень нравится. Мутная фотография, вот как да, плохо видно. Вот пушистые там, уши, да. Они вот, вот здесь вот просто вот вопрошающие. Наталья, да. Наталья пишет, что свинка получилась сытая, но какая-то очень... Это очень голодные глаза. Да, действительно, глаза, такой то есть толстая, но глаза... Еще вот так поставлена, как собачка, да, такая ждет, когда да, ее бросят. Да, это на кота похоже. Да, не да. Верь, коту он ел, это вот из этой, да. Из этой картинки. Здесь очень смешные, вот действительно уже даже немножко на слоника похожи такие это, любопытные носики. То есть кто-то мне даже написал, сделать чуть-чуть побольше слонятки. Носа, будет слонятки. Ну, девочки, мы же все вяжем по одной схеме, поэтому вот только в зависимости от того, пропорции, какая пропорция, вот такое животное и будет, условно, такое будет животное. Вот Денис Редис, на самом деле, это я взяла с аккаунта, потому что я потом списалась с мальчиком, и он сказал, что вообще-то вяжет его мама. Я так думала, что это Денис прям вяжет, прям так это возгордилась, а он говорит, нет, это мама вяжет. И мы долго это выясняли, что у него там с чем сделано. Так вот, нос, это, говорит, пуговичка, похожая на раковинку. То есть это не из полимерной глины, а похожая на раковинку. Вот он ее покрыл лаком для ногтей, и получилась вот такая вот необыкновенная свинья. Вызвала у всех восторг, у всех девушек, они все думали, у нас же парень какой, у нас же какую свинью забавали. Все там уже, да. Да. Ну вот, оказалось, что это мама. Вот и Елена Востикова тоже с этими, с возбужденными очень взглядом таким. Тоже. Все хотят есть. Вот, а свинка номер один, это вообще было, конечно, первое, и поэтому она получила, ну, огромное количество отчетов. Я даже не ожидала, что будет столько. Но вспоминая собак наших прошлогодних и петухов, и всего, первая игрушка, она действительно всегда самая вот такая, ну, позитивная и эмоционально, да, все ее вяжут. То есть, ну, как бы это как первый поцелуй. После этого уже становится, ну, как бы привычное дело,
Да, вызывает эмоции, но не такие, не зашкаливающие эмоции. Поэтому вот посмотрите, сколько отчетов нам прислали именно. Вот Денис здесь опять, посмотри, вот как бы мама. Вот это, мама, да, да. Красота. Ну, тоже чудо, такую, да, красоту. Вот. И вот это у нас вот последнее, то, что сегодня мне прислали в отчете. И вот мы пока связали две свинки, номер один, номер два. Но мы еще свяжем еще две свинки, и поэтому я думаю, что вы свой зверинец пополните, потому что у меня вот как бы, мне даже и не хватит четырех свинок для подарков. Поэтому что делать? Может быть, это... Даже не смотри на меня. Может быть, еще там это свинок. Может, после Нового года свинок еще связать? Я думаю, после Нового года это как-то уже, будет, да, уже не совсем актуально. Не актуально, да, не потому актуально. Что все, как бы все хорошо вовремя. Ну, если вам нравится то, что мы делаем, если вы действительно любите вот такие мероприятия, на которых необременительные вещи, которые несут эмоцию, то есть они, может быть, не нужны в хозяйстве. Но, с другой стороны, сейчас все озабочены подарками, сувенирами, и хотелось бы, чтобы подарок был нужным, потому что не все могут подарить машину на Новый год, там, квартиру, телевизор. А вот такую вот вещицу, которая потом останется, и пусть она там даже будет где-то валяться, ее будут вспоминать, то есть, когда ее будут видеть, будут вспоминать, что как это было на Новый год, как это было весело. И у некоторых эти вещи останутся до конца своих дней, будут вытаскиваться вместе с новогодними украшениями и вспоминаться, как мы там с Васькой, помнишь, как мы это гуляли, дебоширили, там это хлопушки запускали, потом в милицию забрали, еще что-то. То есть, дети, которые вырастают, они в этом ящике, вы вспомните свои эмоции, когда вы достаете игрушки наряжать уже со своими детьми и вспоминаете свое детство. Это... Где купили, когда купили. Как связали, что сделали. Мы с ребенком вчера вспоминали детство. Детство у нас было очень насыщенное. И оказалось, что она большую часть этих приключений помнит. Для меня вообще было просто шоком. То есть 2-3 года она помнит, как она там удобрение наелась, как там еще что-то. Как помнит? Ну вот, говорит, помню, да. То есть, видимо, очень яркие воспоминания. Знаешь, вот дети нынешние, они какие-то другие, у меня тоже совершенно спокойно, говорят, а я это помню, говорю, как ты это можешь помнить, он нормально. Лев Толстой говорил, что он помнит, как он лежал в пеленках, ему было очень тесно, и он хотел двигаться, а он был спелен, в деревнях там же пеленали, чтобы ножки были ровные, по струночке, то есть как мумию пеленали. И он говорит, я помню, как мне было тоскливо, там тяжело, ну вот что делать, ну может потому он и Лев Толстой, что помнит все про всех. Ну, юбочка получается... А ты сказала, что это юбочка? Нет, я секрет раскрываю. Я ничего не рассказала. Я, значит, секрет раскрыла. Да. Но, с другой стороны... А что секретить-то? На самом деле мы уже делаем, поэтому хорошо делать, когда вы понимаете, что вы делаете. Да, это признак девочки, это юбочка. Мы сейчас с вами эту юбочку... Анна Николаевна спрашивает, а что это Наталья такое делает? Юбочку. Я надеваю на... По 3 петли. По 3 петли, да. Почему мы это делаем? Потому что юбка должна быть очень-очень... Пышная. Пышная. Если вы... В чем отличие прямой юбки от вот пышной? Она, вот такая. Она ровно столько, сколько в талии, столько же и по всей юбке. Мы делаем пышную. На самом деле она, может быть, не будет прям вот стоять как пышка. Она, может, и не будет, но... Ну, посмотрим. На самом деле все равно достаточно пышно. Больше, и просто если по 4 петли надевать, уже просто машине будет тяжело. И 200 игл вязать, ну, тоже на игрушку... Может быть, не все захотят. Все-таки это символическая вещь, поэтому, может быть, и не нужно столько. Да и не нужно. 3 петли достаточно. Может быть, даже и 2 хватило бы в 2 раза. Но видите, какая складка получается. Вот такая складка у нас на игрушке должна остаться. Теперь берем ту деталь, которую мы с вами провязали, надеваем ее обратно. То есть на те же самые иглы, на то же самое место. А я вот думаю, стоит ли провести голосование по тому, нужна ли нам 4-я свинка? А давай. Да, завтра проведу обязательно. Потому что... И кроме этого, я очень люблю голосование. Кроме этого, проведем голосование. Какая из игрушек, ну, не знаю, может быть, которую мы связали, на самом деле, вот как бы наши оценки, наши работы оценивать, может быть, не очень комфортно девочкам будем писать, какая им работа понравилась наша. А вот наверняка кто-то связал свои, и большинство, я думаю, что будет вязать 3 игрушки, потому что, ну, действительно, наделить нужно всех. Более близким людям будут более сложные игрушки, тем, кто все-таки подальше, 7-я вода на киселе. Ну, вчера встречайтесь просто с человеком. Я посмотрела, кто такой, кто, брат моего отца, это кто дядя, а жена моего, жена брата отца, это кто тетя, а брат жены моего отца, брата моего отца, кто это?
юрист хотел вам сказать, он говорит, седьмая вода на киселе, дальний родственник. Вот дальним родственникам, я думаю, что вы тоже будете игрушки попроще вязать. С теми, с кем встречаетесь, тому и дарите свою игрушку. Почему нет? Эта рождественская неделя, она подразумевает все-таки сувенирчики такие вот незатейливые. Дальше, конечно, когда все это войдет в рабочий ритм... Не, я понимаю, что стилизм, конечно, будет нелепо. А вот вязаную вещицу, я думаю, что будет как раз... Это никого не обидит и не вызовет удивления, что это такое. То есть, если вы на бутылку шампанского там, или к тортику привяжете вот такую свинку, не обязательно должна быть это, килограмм этого синтепуха. Она может быть действительно малюсенькая. То есть мы вам показали в большом формате для того, чтобы вы поняли, как это делается. А дальше вы идете покупаете, какие глазки есть, и там и делаете. Но мы сделали и с бусинками, и с пуговичками, поэтому не обязательно, если глазки есть. То есть берете, кто-то делал вышивкой, шерстяными ниточками обшивали глазки. Поэтому даже если у вас ничего нет, только пряжа, все равно у вас свинка получится. Так. Юла говорит, нужна четвертая. Ну вот я говорю, что мы и проголосуем, потому что мне всегда тоже кажется, я уверена, что вот будет такой результат. Но потом оказывается раз, и 10% говорят, нет, не нужно. Вот у меня тогда вопрос, а что нужно-то? Вот вы предложите что? И как обычно, платье. Ну, девочки, вы не туда пришли. Ну, за платьем не туда. Платье и без нас вяжут в большом-большом количестве. Нет, здесь не потому, что без нас или... Нам не эмоционально это, понимаете? Вот мы сейчас готовим с Натальей мастер-класс, который будет... Вообще мы готовим курс, и ну, много чего готовим на после Нового года, и нам это интересно. Мы сейчас готовим изменения в курсе второй фантуры, очень большие изменения. Мы там довязываем несколько изделий, мы там полностью перетряхиваем этот курс, чтобы это было действительно интересно и полезно, чтобы не просто изделие на двух фантурах, а чтобы вы могли его разнообразить, делать разные вариации. Ну, для того, чтобы понять, опять же, технологии, как это все применять, потому что одно дело накидать вам уроков по вязанию образцов каких-то, то есть чтобы вы отработали технику вязания конкретного элемента на двух фантурах, но еще чтобы вы могли все-таки это применить на живых изделиях. Так, мы провязали с вами 17 рядов, надели юбку и вяжем дальше. Первый ряд всегда очень осторожный, потому что он может быть для машины сложный. Если вы видите, что... А там... ты не белую вяжешь? Белую. Как хорошо, что ты сказала. Вот, да. Вот заработала и заговорилась. Итак, 2-3 ряда беленькой. То есть юбка у нас с белым поясом. Вот Светлана меня вовремя остановила, потому что я... Потому что я эскиз рисовала. Да. Я вот здесь вот отметила себе эту юбку. Я отметила, а то, что белым пару рядочков не отметила. Поэтому белый цвет – это отделочка. Можно вообще юбку не вязать. Смотрите сами. По итогам нашей работы вы сами оцените, что вы хотите. Так, плотность пары клея на один ряд. И очень аккуратно этот ряд провязываем. Но машина у меня зверь, поэтому ей без разницы, по-моему, что вязать. Она... очень легко справляется с такими делами. Татьяна говорит, я глазки купила в книжном магазине. Да я думаю, что глазки сейчас можно везде купить. Вплоть до ларьков с газетами. Да, там, наверное, тоже. Так, ну, два ряда. Ну, давайте, у нас свинка толстенькая, три. Марина, а платье-то было на марафоне. И сколько было отчетов? Да в том-то и дело, что сейчас проходит у нас марафон, который называется «Шарфин», где мы вяжем шарфики. Вот сегодня 5-е задание. И несмотря на то, что шарфов много не бывает, да, мы специально создали курс, на котором мы не один какой-то шарф вяжем, а изучаем концепцию вообще, что такое шарфы и как они вяжутся. То есть разные варианты вязания вдоль, поперек, из квадратов, из треугольников и так далее. Разные вариации. Ну и что? Больше 70 человек участвует, а отчетов было 11. Ну, это опять же. За второе занятие было 11 отчетов. Ну и что это? Говорит о том, что не нужно, не покупали бы. Лень просто, вот как бы копят на когда мне пригодится? Да, тогда пойду гляну и свяжу. Это когда может не наступить никогда? Пошли, купили себе этот шарф и все. Ну, точно так же и по платьям. Сколько их было такое? Нет, платье у нас будет, не переживайте. Но в новом году мы решили начать не с платья, а с другой вещи. Более нам приятной. Так, по плану. Провязали 17 рядов, надели юбку со складками. Теперь еще 17 рядов. Ну вот
17-15 можно, если ты 2 белых провязала. Ну, 3-4, 17. То есть я провязала 3 белых, 4-4, 17 минус 4. Ну, плюс-минус. Ну, вот итого всего, после того, как вы надели, вы провязали 17 рядов. У меня уже 4 провязано, вот сколько там осталось, я не математик и никогда это не говорила. Вот у меня 4, 17 минус 4, 4, значит, 13. Считаю тогда до 17. 5. Провязали. Теперь срезаю полотно, опять же, на брусовую нить. Но мне лень, я делаю проще. Поскольку я вяжу из акрила, он абсолютно не скользкий. Он такой достаточно хорошо цепляется сам за себя. Поэтому провязываю еще один ряд. Убираю натяжение нити, чтобы она у меня случайно нигде не дернулась. И срезаю полотно. И теперь я буду постепенно распускать. Вот юбка какая получается с поясочком. Теперь я буду распускать нить и надевать обратно петли на иглы. Но не просто надевать, а делать убавку на 1/3. Итак, 2 петли на 2 иглы, 3 петля на 2 иглу. Елена, я с Еленой столкнулась, когда она, значит, это в Леонардо там шла покупать глазки. И говорит, ну не скажите, в Леонардо нет глазок, по крайней мере в нашем. На просвещение в Леонардо глазок нету. Да вы что? Нету. Но вообще на просвещение в Леонардо, как не пойдешь, у них все время все закончилось. Огромный-огромный магазин. Ну, слушай, ну, критику не назвали. Нет, 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 ну вот это как... популярный, как он такой, вот так может быть, я об этом и говорю, что все разбирают. То есть клея для самолетиков нету. Что там есть? Пуговицы там тоже? Пуговицы там нет. Нет, там рядом есть. На самом деле там совсем другая специфика. Там очень много для скраббункинга, там вот такие вот вещи. Там очень много для мыловарения, вот такие вот вещи. То есть кто-то там... Мне кажется, надо в галантерее покупать. Вот у меня рядом с домом, там на соседней улице, какое-то невероятное разнообразие глазок. Как будто они на куклах специализируются. Но у них придешь туда... У них и бусы какие-то, и какие-то заготовки для шитья, и аппликации. И масса каких-то значков, и для пришивания, да. И я не понимаю, как они... И настолько маленький магазинчик же. На 20 квадратных метров, там, наверное, пол Леонардо. То есть они откуда-то из закромов вытаскивают. Это такое, сякое, пятое, десятое. И нет, я не помню, когда я булавки у них покупала, мне надо было с ушком. Там 15 вариантов булавок вообще. То есть какое-то изобилие. Ну, вот не знаю. Тебе вот этот магазин, он всегда... Мне нравился, я по жизни в него ходила, когда мне надо было что-то. Но вот сейчас мне уже ничего не надо, поэтому я туда не хожу. Ты сейчас как делаешь? 1/3? Я убираю на 1/3, то есть на 2 петли, 2 иглы, 3 петля на 2 иглу. То есть у меня получается 1 игла, 1 петля, 2 игла, 2 петли. 1 игла, 1 петля, 2 игла, 2 петли. Мы убрали 1/3 полотна. Лена пишет, в искусницу купила. Ну вот, да, там искусница тоже такой магазин, очень насыщенный, тоже у них чего только нету. И всякие алмазные вышивки, и чего только нету. Мы одно время в них все время пряжу покупали, потому что такое изобилие. Да. Чуть-чуть осталось. Ну ладно, пока Наталья тут вяжет, я тогда слайд покажу, что не забывайте о том, что по четвергам у нас тоже проходят вязальные посиделки. И так как мы вяжем не на продажу, то нам в таком количестве эти свиньи не нужны. И вещи, которые мы на посиделках вяжем, они тоже нам в таком количестве не нужны. В четверг мы будем вязать шапки. В предыдущий вторник мы вязали носочки. Носочки я покажу. В четверг, да, носочки я покажу чуть-чуть позже. Найду слайд, сейчас это Наталья. Так, я просто посмотрим, сейчас что там Наталья сделала. Скажу. Вот я сделала присборочку. Не скажу, что присборка прям капитальная, на 1/3. Поэтому сейчас я, девочки, провязываю. Вот мы здесь вот остановились, вот тут, в этой точке. 17 провязали, юбку надели, 17 провязали. На 1/3 убавили. Провязываю 16 рядов и срезаю полотно точно так же, как я это сделала только что. То есть я
убрала на 1/3, срезаю полотно после провязки 16 рядов. Можешь показывать. Сейчас я попробую перевести такой документарий интересный. Да. Ну, так вот, я хотела показать шапочки, которые мы вяжем на двух фантурах. Так вот, если вы с нами не были, то это вот шапочки, которые мы вяжем в четверг на двух фантурах. То есть мы придумываем дизайнерские вещи, которые в прямом эфире воплощаем, они находят свою жизнь. Но мы будем в два раза в месяц вязать следочки. И пока мы связали следочки номер раз и следочки номер два. Вот пока у нас там, но до Нового года мы вяжем еще одни. То есть будем разбавлять шапочки, будем разбавлять носочками. Ну, по сути, 16, в принципе, можно вот полотно, которое у нас от точки, где ножки, до точки, где я сейчас буду вязать другим цветом, подгиб, делите на три части, и все. В одну треть вставляете юбку, на вторую треть вы делаете убавку, можете, в принципе, не делать, посмотрите. И на третьей точке вы срезаете полотно, потому что убавка здесь пойдет по-любому. Итак, срезаю полотно, то есть я провязываю еще один ряд и срезаю. Делаю то же самое, как на предыдущей убавке. Убираю натяжение нити, срезаю и теперь полотно собираю в два раза. То есть там была 1/3, теперь у меня будет половина. На одну петлю, на одну иглу 2 петли. То есть у меня идет резкая-резкая убавка. Вот я не знаю, тут у нас такая Луиза Веберт говорит, супер ветревел трикот машин. Ну, непонятно, что такое супер бе, но трикотажная машина, видимо, очень суперская трикотажная машина. То есть, как бы иностранцам такие вещи вообще непонятны. Как вот эта железяка еще вот не вяжет? Трактор, да. Да-да-да, трактор уже когда не электроники. Да. Когда у меня девчонки как-то что-то спрашивали по поводу машинок, я показала каретку с изнаночной стороны. Вот это не вы, там такой восторг был. Какая простая каретка, как вообще, это просто велосипед какой-то. То есть как она еще и ездит. Наталья говорит, а у нас таких магазинов, как галантерея, уже нет в помине. Но, насколько я знаю, Наталья живет в Москве. Чтобы в Москве не было галантереи, а где продается вязание, вот эти все спицы, крючочки, где они продаются? Вот, а где вы это покупаете? Ну, не в универсамах же, то есть как бы магазины специализируются. Вот у нас Искусница, это сетевой магазин, он очень большое количество имеет точек по Санкт-Петербургу, поэтому я, в принципе, вот, филиалы Искусницы отношу к галантерее, но, может быть, как бы вот нигде... сейчас не пишут, раньше была галантерея, булочная. Да, сейчас не пишут. Вот сейчас не пишут, да. По традиции называем. Ну, нитки, швейные, фурнитуры всевозможные. Да, да, это да, все, да. Все там. Может, пинетки свяжем, говорит Марина. Ну, может пинетки свяжем. Нам же без разницы, что вязать. Вы же понимаете, что нам лишь бы было интересно и необычно. Я набрала множество идей, как связать, во-первых, из квадрата носки. Вы себе не представляете, какое многообразие. То есть мы показали, те, кто не знает, то напомню, что у нас произошел сбой на YouTube-канале, и некоторые видео были удалены. Вот по какой причине были удалены, не знаю. Во-первых, YouTube тут ревизию провел, и я повестила о том, что часть подписчиков будет удалена. То есть, если вы вдруг оказались отписанными от нашего канала, значит, вы долго туда не заходили. Он посчитал вас этими спамерскими этими каналами, фейковыми каналами. И точно так же у нас пропали некоторые видео. Поэтому мы эти видео копили, мы хотели открывать видео раз в неделю. По прошествии 3 лет, то есть как бы срок выдержки прошел, как бы это, коньяк созрел, надо уже это пускать его в оборот. Но когда я увидела, что некоторые видео пропали, мы решили, что мы откроем быстрее, чем
за 3 года. То есть мы в течение года откроем все записи, которые были у нас на YouTube-канале из разряда квадратных посиделок. И будем продолжать вязать эти квадратики, потому что, ну, очень интересно. Вот вы себе представляете, насколько необычно получаются эти носочки из квадратов. Берем квадратик, вяжем его вот любым узором, особенно это для твоей мастер-группы будет полезно. Им надо просто сразу говорить, вяжите образцы в виде квадратов. Все. И вот по таким-то меркам. И тогда можно будет эти носки превращать в... Это надо было говорить сегодня, потому что больше образцов, в принципе, не будет. Делаем вывод и будем говорить. Нет, я к чему говорю, что просто очень необычно носки из квадратов. Вот для новичков прямо вот бальзам на душу. Итак, я собрала в 2 раза иглы. Сейчас мы с вами находимся вот в этой точке. Вот, и я сейчас буду выполнять подгиб. 8 рядов, в принципе, достаточно. Для игрушки можно сделать больше. Тогда будет, поля сделаем. А так мы делаем небольшую планочку. 8 рядов, мне кажется, для моей игрушки будет достаточно. Довязываем. Татьяна говорит, дорогие девочки, спасибо вам большое, что делитесь своими идеями. А кому не нравится, и не смотрите. К машинам, к экрану никто не привязывает. Так там-то и дело. Да, да. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. И делаю планку. Татьяна говорит, в Москве есть на метро семеновская пряжа, нитки, фурнитура, готовые вязаные изделия и прочее. Леонардо опять же. И много других магазинов. Но я тоже думаю, что просто название галантерея ушло. Оно ушло, да. Вот одно время ушло название булочная. Потом вдруг раз это булочная начало вылезать. Например, булочная номер 1. Она на эмоциях, получилась. То есть людям не хватало, это эмоции, это людям это понятно, они туда идут, что это для булочной такая. Итак, я надеваю вот эти белые протяжки, которые здесь отлично видны, рисочки такие, на иголки. Таким образом получаем подгибчик. Ну, в юбке можно было тоже сделать подгибчик, но мы не стали. Почему-то. Ну, она... А зачем? Ну, хорошо, она хорошо. Толстая будет. Хорошо. Она у тебя, свинка, и так должна быть толстая. Толстая должна быть. Так она и будет толстая. Ну, значит, хочу сказать, что мы, конечно, эксперимент проводим перед тем, как вязать, но не доводим изделие до окончательного варианта, чтобы это не было скучно. То есть мы вместе с вами ждем результат, что получится. Поэтому не знаем, что будет. А будет хорошее настроение, покажу макет этой свинки. Да. Ребенок экзамен не сдал. Я его спросила, на что это похоже. Он долго мялся, что... Вот опубликуем, и пусть они скажут, на что это похоже. Так, я провязала... Что? Я провязала вот эту часть. Вот она, 8 рядочков. И теперь, видите, я выхожу на верх. То есть вот эта часть, на ней у меня не написано ни количество петель, ни количество рядов, это на ваше усмотрение, потому что это верхушечка, которую вы будете вязать, ну вот как хотите. Хотите плоскую, хотите длинную, хотите узкую, хотите широкую. Что это такое, сейчас, когда снимем с машинки, вы увидите. Я провязываю рядов 5-6. Знаешь, вот когда говорят, что, слушайте, ну зачем вязать игрушки на машине? Ну это же вот такое непродуктивное занятие. Ну я понимаю, свитер там, ну платье на машине. Но чтобы игрушки, копеечные игрушки, закажи в Китае, тебе придет там эта машина этих игрушек. Ну не знаю, мне кажется, что это же творчество. Это не потому, что ты экономишь, а потому что ты действительно получаешь удовольствие от создания. Ну да. Это так забавно, так интересно. Не все мерится деньгами. И не все мерится одеждой, купить, которую нужно носить. То есть не все утилитарными какими-то вещами, которыми нужно набить шкаф, там, или нужно, вот, чтобы они были какие-то особенные. Есть эмоции, правда, они... Особенно если с детьми это все делать. Вот я вспоминаю с ребенком, когда у меня... Так интересно, кто быстрее, а кто как, там подсовываешь там это случайно, там это задерживаешься на полчаса, пока там ребенок что-то не сделает. Ну так интересно играть. Вот здесь так же. Срезаю и еще в половинку уберу, чтобы было остренько и кругленько так. Ну, я бы еще сделала бы подлиннее, то есть как бы не 5 сантиметров, а там 10. Ничего еще не сделала. Да. Ну, я на всякий случай.
Так как ты меня похвалила, то я думаю, что, может, я действительно какую умную мысль скажу. Угу. Ну, вот и у меня вопрос. Если бы мы вязали одни игрушки, вам бы не надоело это? Потому что, когда мы вязали одни шапки на посиделках, то это как бы быстро надоедало. Вот если мы будем вязать игрушки, слоников там, я не знаю, морковки, там еще что-то. Я тоже думала, что это точно так же приезд надоест. Но вот так вот в разнобой, один раз это, мне кажется, это будет гораздо более интересно. Вот поэтому наши посиделки, вот они такие были, что мы и то связали, и все связали. Но как бы переходить на что-то одно, вот на вязание, либо шапок, либо там носков. У нас и, вот, и так раз есть шапки и носки. Да, да, нет, я имею в виду, что вот вязать только вещи, которые нужно носить. Ну вот нам неинтересно, понимаете? Ну вот если бы мы их носили сами, ну и заодно бы там связали ребенку свитер, ну и заодно показали. Ну я понимаю. А вот так вот вязать, чтобы потом распускать, ну вот неинтересно. Марина говорит, у моей дочери игрушек только каких нет, но связанными она не расстается и даже подарить никому не могу. Ну, вот я понимаю, да, эмоция, есть эмоция. Это как рождение вот чего-то. Вот человек присутствует при рождении, и, конечно, эта вещь будет ему дорога. Марина говорит, сейчас. Говорит, у меня столько было эмоций в прошлом году от собачек. Девочки, собачки, я надеюсь, что мы откроем в этом году, еще до Нового года. Как бы открываю постепенно. Не хочу в один день все открыть, потому что мне для этого нужно как бы в нескольких местах это все, эти заставки найти, сделать и все. То есть как бы я не хочу, чтобы это было вот так, как будто плотину прорвало. Хочу все-таки, чтобы вы получили удовольствие и увидели эти мастер-классы, потому что мы их придумывали с душой, мы их создавали для того, чтобы они остались в вашей памяти, поэтому какой интересный способ ты показываешь. Ленивый. Надо было, конечно, взять трехугольный декер, но это надо встать и взять, поэтому... Поэтому я вот так вот... Классическая лень. Ой, лень родилась впереди меня, и я никогда это не скрываю. Я этим прям даже, скажем, горжусь, потому что, вот, потому что да. Это лучшее, что во мне есть. Это лучшее, что во мне есть. Это моя лень, правда. Так, заканчиваем верхушечку. Раз, два. Собственно, делаем остренький кончик, поэтому сейчас убираю через одну и... Юля пишет, добрый вечер. Прошлогодняя собака марафона. Нашла себе хозяйку, ребенок счастлив, безумно. И по фото это видно. Ну, марафонская собака была вообще, это атипичная собака. Она всем, у всех вызвала аналогичные эти ощущения. Чем она была так атипична, никто так и не понял. Но как бы название прижилось, потому что, в принципе, я так, насколько помню, она планировалась немножко другой, поэтому название было не такое. Мне кажется, такая и планировалась. Тебя устроит? Да. Хорошо. Так. Елена говорит, сейчас вяжу из детского праздника 29 свинок. Вяжу по образцу свинки номер 1. Никто меня не заставляет. Дочь помогает пришивать ушки и хвостики. Она у меня тоже любитель... Хотя она не любитель рукоделия. Вот ну, так что вот. Делать, если для нее вот делается? Вот так вот, для детского праздника. То есть я представляю, как она ожидает, что она придет с корзинкой и будет всех наделять этими свинками. И как они, дети, будут слопывать руками и говорить, а мне? А у меня беленькая, а у меня розовенькая, да. А у меня с хвостиком. Это правда действительно очень здорово. Так, сейчас, чтобы убрать совсем машинку, или сначала сошьем, потом ручки? Вот как ты считаешь нужным? Я считаю, что ручки сначала вяжем, а потом... Ну, давайте. Ручки. Делаю. Пришить-то можешь позже, или ты от этого... Нет, пришить позже. Ну, так и все вяжем и убираем. Провязываю ручки руликом на 5 петлях, чтобы они не были совсем-то тощенькими. Девочки, не забывайте ставить лапки. О, провязалась. И это вам
не машина с нитеводом, это вам машина с ручной прокладкой. Там 25. Я думаю, 25 достаточно. Хорошо. Елена говорит, спасибо, что научили меня такому простому способу вязать такую милую зверюху. Да? Ну, понимаете, вот делимся, что есть. Как говорится, если человек плюет вам в душу, ну, значит, это у него, как бы, каждый делится тем, что у него есть. Вот у нас есть вот эта идея, мы поделились. Вот чем богаты, тем рады. Елена пишет. А я вязальный наркоман. Если не вяжу, у меня ломка начинается. Но для своих все связала, так что игрушки – это то, что нужно. Да? Вяжем то, что нужно. И получаем огромное удовольствие. Да. Людмила пришла тоже. Вот все девчонки опаздывают. Доброго вечера. Не забывайте нажимать кнопочки соцсетей. Пусть это видео останется. Так как видео останется в открытом доступе, пусть эту свинку, свинка будет необычная, пусть эту свинку вяжут. Видно по... Я думаю, что уже видно, ну, по эскизу было видно, что свинка будет необычная. Здесь вопрос остается только в том, как ее собрать из того, что мы навязали. Ну, да, сейчас соберем. Две ручки одинаковые. Парилку включать? Не, она не нужна будет. Не забывайте лайки. Если вам не нравится, дизлайки. Пожалуйста, нам все равно приятно, что вы пришли и провели какое-то время с нами. Могли быть в другом месте. Так, я тем временем убираю машинку, потому что, собственно, мы все уже связали. Вот две ручки. Сейчас будем сшивать. Сейчас, подожди, я еще не сняла. И ой, схема нам больше не нужна, остается только сшивание. Сшивать можно иглой, сшивать можно, не нужно. Вот наша свинка. Сейчас самое главное разобраться с ножками. Естественно, мы ее выворачиваем наизнанку, потому что ножки собирать будем с изнанки. Юбку там как-нибудь уже зашьем, а ножки нужно сначала разобраться, что с ними сделать. Итак, у нас бачки. И вот они, две ножки, которые сейчас разбираемся, как мы их будем собирать. Собрать можно в одну сторону, вот так вот у вас будут стоять ножки. И будет между ними дырка такая огромная. По-любому. Только ножки будут вот от пузичка вот в эту сторону. Можно собрать в другую сторону. И тогда оно будет устойчиво стоять и это подпирать весь тогда мир. Тогда это будет уже, по-моему, более мужской вариант. Она да. будет вот такая вот. Не, я могу нарисовать, чтобы было понятно. Да, поэтому это. Мы собираем вот так вот уголки внутрь. Вот таким вот образом мы вяжем. Поскольку она в юбочке, мы делаем вот так. Вот, вот так вот у нас будет выглядеть наша свинка. Поэтому вот эту часть мы уже закалываем сразу. Мы ее просто сейчас сошьем. Вот, да, вот Светлана показала. Или вот так собрать, или вот так собрать. У вас будет вид. То есть квадрат мы в любом случае собираем по принципу треугольника, но либо в одну сторону, либо в другую сторону. Так, зашиваем ее, естественно, вот, чтобы лицо внутрь ушло, вот оно. Вот так вот оно будет стоять. Закалываю и зашиваю. Марина говорит, всем добрый вечер. Надеюсь, что сегодня я смогу до конца насладиться вашим творчеством. Марина, ну,
вы понимаете, что мы теперь решили оставлять мастер-классы открытыми, поэтому, если не сегодня, то в любой другой день вы насладитесь, потому что первоначально мы хотели, что только свиней оставим открытыми, и дальше опять будем закрывать, но решили, что, ну, что копить-то? Ну, не хотите вязать, не хотите присылать отчеты, ну, и не надо. Мы получили удовольствие при вязании, а дальше уже как это, мы выпустили в свет, и те, кому надо, они связали, а те, кому не надо, их не заставить. Но все-таки мы не Господь Бог, чтобы заставлять и наказывать. Ну, не хотите и не надо, ну, как бы, ну, мы свою миссию выполнили. Мы поделились, мы научили простым способом, потому что нам очень несложно придумывать. Вот как бы кому-то сложно придумывать, кто-то ищет схемы. То есть вроде бы я очень сильно переживаю, когда наши девочки, которые закончили курс, ходят и ищут схемы. Я вот встречаю то, что работы связаны по чьим-то мастер-классам. Почему? Потому что не потому, что не по нашим мастер-классам, потому что не придумывают сами, не креатив не развивают, берут готовые работы. Я прекрасно понимаю, что записанный мастер-класс – это готовая схема, которая уже отработана, где четко мастер рассказывает, как связать, сколько петель, там, сколько что откуда замерить. Прекрасно понимаю. Но в то же время понимаю, что те, кто закончили курс 9-месячный машинного вязания, вы все это можете сами придумать. То есть, глядя на фотографии, вы можете это все сделать. Но вы знаете, то ли лень, то ли ну, вот не знаю, да, вот не знаю. Но мы хотели, думали, что если мы будем ограничивать, это будет, даст возможность тому, чтобы вы все-таки сами искали этот вариант, вот глядя на готовое, там думали, как это сделано. Но потом поняли, что эти вещи достаточно сложны. Даже для тех, кто уже вяжет, их вот разобраться, а сколько нужно этих петель, а в каком месте, они хотят, а пропорцию. На самом деле, разбираться, поэтому проще, да, прожеванному. Но... Ну, прожеванному и прожеванному. Значит, вот я так говорю, что мы решили, что мы не будем брать на себя миссию как бы, вот, научить тех, кто не хочет. Потому что те, кто хочет, их не остановить. Их не остановить, да. Они отчеты присылают, и переделывают, и замечаниям прислушиваются, и все. И поэтому даже когда не просят, все равно присылают, и все равно отчитываются, потому что самим хочется. Так, вот они наши ножки, видите, с лицевой стороны их зашила вот так. Марина говорит, добиваю свои заказы шапок, а потом займусь свинками. Но Марина уже связала эти семейные свитера, это чудо, конечно, с оленями, там это на всю семью. Так, вот ножки связала, чтобы не запутаться. Сейчас складываю юбку. А хвостик? Хвостик, да. Крючком свяжем. Ну, да, крючком свяжем. Про хвост, на самом деле, а его и не видно под юбкой, да, поэтому да, как бы и нет хвоста, и ладно. Так. Вы свяжете, да. Хвостик, да, забыли. Забыли, вот. Что уж там уж, да, забыли. Наталья говорит, игрушки – это интересно. Мои внучки очень ждут новые. Раньше вязала крючком. Ну, супер. Те, кто учится на машинке, вот я говорю, что почему мы вяжем игрушки? Чтобы вы не отвлекались. Если вяжете на машинке, вот и учитесь, вот и специализируйтесь. На машинке можно связать практически все. Те, кто у нас в марафоне шарфей, они увидели, что и кружево можно вязать на машине. Ну, как бы условное кружево. То, что вы крючком вяжете такие вот примитивные эти... С накидами, там эти воздушные петли всякие. Да, петли. Вот их можно вязать на машинке. Так, я закалываю до юбки, потому что мне нужно дособирать ножки, поэтому вот зашиваю шов. По спинке. Анна говорит, я распродала все свои шапки, и сегодня улитка на меня напала. Сейчас пойду тельце довязывать. Ну, те, кто не знает, вот на воскресенье, что ли, я опубликовала мастер-класс «Улиточка», который мы вязали 2 года назад. Это была одна из наших первых игрушек, и мы по ней марафон тоже делали, у нас была сумка-улитка. Но тоже эмоции зашкаливали. Вот, кажется, такие простые вещи сейчас, вот по прошествии 2 лет, все настолько изменилось, что уже сейчас этим не удивишь. На машинке вяжут игрушки уже все, кому не лень. То есть как бы уже поняли, что это можно делать. Вот в свое время мы были первыми, кто этим начал заниматься и пропагандировать. Потому что все говорят, слушайте, ну вяжу крючком, зачем на машине, зачем я буду вот путать одно с другим. Но другой вопрос, если вы вяжете крючком, и вы на машине не вяжете, ну, может быть, и не нужно. Но если вы вяжете на машине, может быть, не стоит осваивать крючок, если вы уже специалист в машинном вязании. То есть вы эту игрушку
На машинке свяжете, ну, я понимаю, все равно быстрее, чем вы это делаете на машине, ну, чем сделаете крючком. И, ну, это мне так кажется. Я не знаю, может быть, мастера крючковязания крючком быстрее делают? Вяжется не быстрее, крючком вяжется, конечно, там игрушки, там легче выделывать форму. На машине это сложнее, что уж говорить, но... Зато быстро. Не, ну формы вот такие, обтекаемые, там разные прибавки, там просто вы вяжете и видите, что вы вяжете. Прямо создаете эту форму. Вот, здесь нужно объемное видение, потому что если вы... Я иногда встречаю спицами игрушки, связанные, вот кошка там лежащая, там такая, знаешь, очень известная фотография. Mm-hmm, да, кошка это лежит. Девушка вяжет, да, вот. И кошка лежит, она прямо спицами. Она, видно, что не сшитая, она там частичным вязанием все это связано. Вот эта кошка лежит за закрытыми глазами. Чудо! Ну, на машине можно это связать, как бы, нет вопросов. А выворачивать будем через низ? Да. Да. Так, стыкуем верхушечку. Нахожу серединку, вот она. Четко должна совпасть, потому что это важно, там, где мы убавку делали. Маринка, у меня есть еще заказ на куклу Лоло. Хочу попробовать на машине связать. Ну, вот мы свинку с вами свяжем, вот по этому же принципу можно все что угодно связать. Тут же вопрос только в том, что где делать убавки и как их соединять, чтобы швов не было. То есть там же задача, чтобы она как бы бесшовная была. Поэтому надо очень четко рассчитать, потому что мы на машине вяжем плоскую форму, а все объемы придаются за счет убавок. Вот именно поэтому вот у нас сегодня был урок по выточкам там и по всему. И выточка – это как раз конструкция, которая позволяет облегать определенную форму. То есть у женщины грудь, у мужчины животик. И вот в игрушках или в таких вот формах, где нужно облегание, облегание может быть достигнуто не тем, что натягивается в этом месте, а тем, что мы рассчитали и в плоскую форму заложили выточку. Ну, кстати, это может быть морда, и мы когда-то у зайца такую физиономию выточкой вязали. Это вот так, подсказочка такая. Ну, вот еще у меня вопрос. Как вам лучше видно, на белом фоне или на темном фоне? Мы сегодня решили сделать на белом фоне, потому что Наталья говорит, что на темном как-то очень там мрачновато. Мне кажется, не засвечивает ли вам вот здесь, потому что мы можем сделать более, ну, как бы более блестящую сторону, можем сделать более матовую сторону. Матовая. Да. Можем делать опять на темном, на дубе, поэтому как удобнее. Мне кажется, на светлом все-таки светлее. Это мое такое личное мнение. Ну, вот не знаю. Я смотрю, просто, вот, например, белые вставки, вот эти, они не очень видны. Ну, белый привычнее и как бы отсвечивает лучше, видно. Ну, попробуем так, а там как бы... На самом деле, вот нам без разницы. Мы просто и лампу-то не можем поставить другую, потому что засвечивает. То ли у нас интернет медленный, то ли что. Ну, да, что, стоит немножко подвинуть свет и сразу... Да, чуть увеличить насыщенность света, и все, сразу не настраивается эта камера. Так. Зашиваю каждый элемент своим цветом. Елена говорит, мне дети заказали куклу, вязаную крючком, и примерное фото прислали. Крючком никогда не вязала, но кукла получилась супер. Ну, здорово. Я всегда люблю, ну, как бы, я всегда оцениваю чей-то труд. И все только определяется тем, хочу ли я это или нет. Вот я, например, не хочу. Вы себе не представляете, насколько мне интересно рисовать и придумывать вот эти эскизы, как бы доводить их до... состояние, ну, не будем говорить совершенства, но до готовой модели невероятное удовольствие. Вот вязать, даже вот не хочу в руки брать ни крючок, ни спицы, ничего. Поэтому, если вы вяжете, то, конечно, дети вам будут присылать вам огромное удовольствие. Я ходила на встречу клуба 28 петель в Санкт-Петербурге. Это клуб, который имеет филиалы по разным городам. Девочки занимаются тем, что вяжут изделия, которые потом отдаются в детские учреждения. Вот как бы этот клуб специализируется именно на детских учреждениях, то есть роддомы и такие вот
Так вот, какое-то огромное количество, каждая из них, я не знаю, они раз в месяц собираются или в какой срок, не знаю, но они принесли с собой, просто мешками принесли игрушки, связанные крючком. Вот просто, я говорю, слушайте, а зачем вы это делаете? Он говорит, огромное удовольствие получаем. Вот просто от того, что вяжем, получаем огромное удовольствие. Вот и две стороны нашлись. Одни те, кому нужно, а другие те, кто прям вот не может, руки зудят, но дома уже все обвязаны, уже не нужно это столько. Поэтому, если у вас что-то лишнее, находите клуб 28 петелек, и вы сможете с ними делиться, отдавать свои игрушки, если у вас избыток. Но там есть определенные требования к игрушкам. Надо связаться с ними, они вам подскажут. Так, а мы тем временем, видите, что у нас получается? Когда мы зашили спинку, вот наши ножки зашиты. Марина очень умную мысль говорит. Мне винтажный стол нравился. Очень гармонирует с винтажной вязальной машиной. Вот так вот. Вот ретро. Ну, белый всегда можно убрать. Там. Блестящий будет бликовать и могут получиться засвеченные места. Ну да, вот да. Со светом так и ну, получается. Вот, да, поэтому попробуем так, а там, может, привыкнем. Так, зашили спинку. Вот весь шов боковой полностью зашили. Ножки, вот они зашиты. Вот. С кармашками. Кармашки я не зашила, я зашила только боковушки, вот они. И вот эти вот теперь, видите, кармашки, вот они. Когда я складываю пополам тельце, они логично ложатся вот на спинку. Теперь мне задача зашить вот эту спинку, пришить ножки к спинке, так, чтобы вот здесь вот была возможность набивать. А между ножками ты будешь посадку делать? Мы сейчас вывернем через место ножки. Нет, я к тому, что, может быть, зашивать удобнее именно вот здесь, вот, а не вот там, где это там посадка. Удобнее. Там удобнее. Удобнее, удобнее. Так, и вот зашиваем. Вот эти вот ножки пришиваем к... Дырочка должна быть посередине оставлена. Вот посерединку не зашивайте, нам через нее все выворачивать. Иначе, если все зашьете, так все и останется. Вот такая будет свинка. Наталья пишет. Всем добрый вечер. Наталья, Светлана, спасибо за ваши идеи. У меня с креативом совсем швах. Так что ваши игрухи как раз то, что надо. Ну, я тоже так думаю, что я бы, если бы у меня была не одна Наталья, а там 2-3, то они бы с утра до вечера как бы это вязали. Но Наталья одна, и все-таки у нас школа вязания, очень много вопросов с учениками, поэтому Наталья занята, и мы вот что можем выделить, то выделяем. И именно поэтому посиделки – это формат, где мы развлекаемся. То есть, если кто-то хочет, чтобы мы с серьезными лицами это все делали, мы развлекаемся, потому что у нас есть очень много другой работы, связанной с вязанием, и посиделки – это как раз непредсказуемый результат. А что же у нас в результате получится? Я все время повторяю, что мы провязываем какие-то эскизы, мы делаем макетики, но окончательного изделия мы обычно не провязываем, потому что нам самим интересно, а что же получится. Потому что когда мы вяжем второй раз или третий раз одно и то же изделие, эмоции не такие. Вот здесь вообще нет. Здесь, ну да, это уже поток. Всё, конвейер. Конвейер. Вот здесь мы, вот я говорю, что я вот видите, сижу с Натальей, обсуждаю, и она говорит, что так можно, так нельзя. Почему? Потому что мы экспериментируем вот вместе с вами. То есть это лаборатория, мы проводим эксперимент. Ирина пишет. Я когда начала вязать на машине, забросила и крючок, и спицы. А машинку свою обожаю. Марина говорит. Я за винтажный стол. Вот так. Вот видишь? Вот. Марина. Владение крючком и спицами не повредит машинному вязанию. Как дополнение. Я тоже забросила крючок и спицы. А машиночку мою обожаю. Нет, я не говорю, что повредит или не повредит. Здесь вопрос только в том, что если вы вяжете все крючком, то, скорее всего, вы вязальной машиной не владеете. Если вы владеете вязальной машиной, то какую-то отделочку вы можете сделать крючком. И вот от крючка переходит к машине обычно не наоборот. Я знаю только одну женщину, которая перешла от вязальной машины на крючок, и то по причине, особая была причина. Обычно все-таки идет от крючка к вязальной машине. Пришиваю ножки. Сейчас будем выворачиваться. Не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться на нажимайте кнопочки соцсетей. Пусть это видео будет на вашей страничке. Пусть этих новогодних свинок свяжет как можно больше людей. Потому что, когда мы видим воплощение нашей идеи,
Вот кому-то приятно, когда их одежду носят, например, вот шапки, там вот девчонки пишут, продала, там подарила, вещь нашла хозяина. Вот мы не вяжем на продажу, поэтому мы очень рады, когда наша идея находит отзыв в ваших сердцах, потому что вот мы по-другому не можем с вами ничем поделиться. Так, вот теперь у меня вот такое технологическое отверстие между лапками вот здесь вот. И аккуратненько выворачиваю всю нашу свиночку. Ты так про свиночку лапки говоришь, а у свинки ножки. Ой, это у лапки, лапки кошки, у кошки. Лапки у кошки, да, у меня все лапки. А у свинки ножки. Лапки да ножки, да. Так, вывернули. И ножки, и лапки, да. Виктория появилась, говорит, а я не умею вязать спицами от слова совсем. А вот с машинкой подружилась. Ну, Виктория очень продвинутая. Она экономит время и поэтому не тратит на то, что занимает гораздо больше времени. То есть из двух вариантов создания одного изделия она выбирает то, которое создается быстрее. Конечно же, на машине создается быстрее. Наталья, ты ушла куда-то? Мы думаем, что подменишь там что-нибудь. Нет, нам. Я ничего не подменю, я... Ну, так и покажи, как ты карандашом, потому что нам же тоже интересно, как ты карандашом все это вытаскиваешь. Получилось очень тонкое. Надо было крючком, может быть, зацепить, и она тогда вытянется. Вот как рулё делали. Вот раньше, сейчас, наверное, никто не делает эти петли обточные. Вот я помню в свое время это рулё выворачивала специальные иголки, которые петли поднимают. Вот здесь мы примерно то же самое. Очень тугая макушка, но мне она поддалась. Вот, все. Вот она. Вот юбка, вот ножки. В принципе, можно набить сейчас зашить, и потом уже по готовому тельцу пришивать. Конечно, декор по готовому тельцу. Нет, декор, вот юбку. Юбку можно сейчас зашить, в принципе, чтобы она болтается. Какая нитки. Яркая. Ну, знаешь, вот я думаю, что не хватает еще одного цвета, зеленого, наверное. Не-не-не, видишь? Просто можно было бы юбку связать, красно-бело-зеленую, она была бы, может быть, понарядней. Ну, я думаю, что мы сейчас покажем, какой вариант получается, а девочки уже сами сообразят, как это задекорировать. Ну, да. Все-таки, если вы вяжете какие-то вещи, то я так подозреваю, что у вас есть какая-то подготовительная работа. То есть вы создаете какие-то эскизы. Другое дело, когда вы вяжете по чьим-то схемам, и вам это понравилось, и вы это изделие воплощаете. Но вот мы с Натальей, когда мы придумываем из головы, то не с чем сравнить. Поэтому мы вынуждены создать эскиз, создать изделие, увидеть его в готовом виде, а потом говорим, что нет, вот здесь вот надо вот так сделать, вот здесь надо вот так. А вот это мы вообще вязать не будем. А вот это мы вообще не будем, да, упростим, либо переделаем. Сегодня мы вам покажем еще одну нанотехнологию Наталья говорит, какая нанотехнология? Вам не видно, как она глаза выторщила на нее. Какая нанотехнология? Что я еще должна показать? Что я еще, да. Нет, будет еще секретик. Да. Но это уже по готовой. Наталья говорит, а я еще шалтайчиков 6 штук связала. Муж остановил, по рукам надавал, мол, остановись, хватит. Виктория пишет, а жаккарды на машине вообще круто. Ну, конечно, круто. Особенно на электронной, такой вообще классно. Да. Так, все. Берем. Как вам эта заготовочка? Так, мне главное не потерять лапки, потому что ножки, нравится. Ручки, потому что если я сейчас запихну... Лапки да ножки, ручки да хвостики. Так, это тоже пойдет. Да. Все в дело. Так, беру сейчас подушку. Подушку используем для набивки, распотрошения. Не, ну мы уже говорили, что можно заказать интернет-магазин 3 килограмма, и сколько там, 10 килограммов этого синтепуха, да. Сколько там какая-то, то ли 1000 рублей, то ли 300 рублей, не помню, там какая-то вообще смешная цена. Поэтому перед Новым годом можно будет или нельзя, сильно не набивать там это, чтобы... Я так слегка. Вот, если вы хотите огромное количество игрушек навязать, 29 свинок, то, наверное, вот такая подушка как раз и уйдет туда. Так, ну а остальное все набиваем туго. В шапочку поменьше, потому что она не должна распираться, а свинка должна быть все-таки девушка упитанная.
Татьяна пишет: «Я считаю, что вывязывание такой, как некоторые считают, ерунды, закрепляет навыки работы на машине, повышает настроение». Ну, конечно, для новичков, вот почему мы показываем эти мастер-классы, почему мы их оставляем открытыми? Ровно потому, что они человека задевают тем, что насколько это быстро делается, и он говорит, а как этому научиться, а сколько эта машина стоит? Вот буквально на днях, не знаю, не помню, вчера, позавчера, девушка обратилась, говорит, достались две вязальные машинки, Нева Северянка, куда бы пристроить? Я говорю, слушайте, ну сделайте фотографию, пришлите мне. За 15 минут мы ее продали. Я разместила эти фотографии у нас в группе ВКонтакте. Даже не успела ни в рассылку, никуда. Она мне пишет, говорит, все, машинки проданы, снимите, пожалуйста, объявление, а то как бы очередь уже, говорит, это стоит. Поэтому те, кто посмотрел эти мастер-классы, они тоже начинают хотеть такую же вещь, так же быстро, и заражаются. Я считаю, что это неплохо. Если вы понимаете, что вам именно этого не хватало, и вы это увидели, ну, здорово. Елена Моталева, наша ученица, пришла. Ну, приятно видеть тех, кто уже как бы взрослые девочки, 9 курсов закончили, и все равно приходят посмотреть вязаные игрушки, и причем приходят не тогда, когда это уже в записи, а именно на прямой эфир. Очень приятно видеть тех, кто не забывает тебя все-таки, как учительницу первую мою, да? Просто да. Некоторые забывают и потом даже как бы не вспоминают, как будто бы они с этим родились. А есть люди, которые приходят и присылают свои похвастушки, и мы очень рады, когда видим успехи. Потому что, да, может быть, девочки не помнят, а мы помним, какие слезы были, когда начинали, как это было все тоскливо. Казалось, что они все бросят, но вот перебороли. Зато теперь вяжут шедевры. Зато теперь вяжут шедевры. Так. Вот то, что получается. Какая очаровашка получается. Ну вот я вот тоже думаю, что очаровашка. Мне всегда очень нравится, как когда Светлана мне говорит, какую свинку-то вяжем? Она, ты вообще видела мой эскиз? Сходи, посмотри, что я нарисовала. Я иду смотреть. Моя задача сделать так, чтобы наша свинка точно соответствовала эскизу. Вот. Светланина задача придумать, и моя задача провязать так, чтобы это было четко по узору. Вот у каждого свои развлечения. Мне кажется, что именно в этом мы нашли друг друга, потому что наши задачи не совпадают. Девочки, оцените ножки. Мы так никогда не делали именно в этой свинке. Вот эти ножки – это ноу-хау. То есть первая свинка была у нас попроще. Это был кругляш с ушами. И поэтому мы здесь просто это как бы заинтересовали, пытались вас заинтересовать. Вторая свинка – это свинка с пузом, то есть как бы такой кабанчик уже больше похожий именно на свинью, как бы вот просится на роль молочного поросенка. Вот. А эта свинья, это уже все-таки фантазийное такое изделие, которое мы хотели, чтобы она была вот прям вот... Зашиваю тут. Чтобы она четко отличалась от того, что мы вязали до этого. То есть мы хотим, чтобы все три свиньи были очень разными, чтобы вы получили удовольствие, выбрали сами, которые вам нравятся, чтобы они не были похожи. А где подушки купили? Ну, опять начинается, где подушки купили? В Ашане, в Икее. У нас есть сетевые магазины строительные. Там, где продаются... Это самая дешевая подушка. Да, там, где продаются гобелены, пледы, подушки, шторки для ванны и так далее. Это как бы стиль вот такой домашний, бытовой. Я не знаю, как у вас там... Анна Николаевна, не помню, где вы живете. Вот, но есть интернет-магазины, которые просто высылают этот холофайбер огромными этими тюками. Просто можно заказать вам на дом это, или на почту, или с курьером привезут огромный просто тюк, вот там килограммные. Стоит он копейки, но нужно заказывать действительно большое количество. А вообще любые магазины... Ножки превзошли все ожидания. Я тоже вот считаю, что ножки очень удивительные. Вот. А пузико? Давай вот, чтобы пузико было... Это, ты затянула это между ножками? Ну да, вот оно. То есть должно быть пузико. Можно просто синтепон купить. Да можно, вот я говорю, что видите, мы остатки ниток туда бросили внутрь. Вообще все, что есть, вот все туда и бросили.
Ну, придать форму вот ручками. Вот. Придавайте форму, да, вот, вот такая вот. Так. Ну вот, Дима Гашин. Привет. Привет, Дима. Марина говорит, а в нашей деревне продают навес. Ну, тем более. Холофайбер. Он да, ничего не весит, поэтому навес, наверное, можно купить много. Так. Здесь вот белое. Отшить. Это я буквально узелок завязала. Ну, слушай, потом, потом, да. Так, вот видно, что это шляпа. Видно, что это свинка, видно, упитанная. Что это свинка. Видно, что у нее голова и шея есть. Видите? То есть мы не стали делать шарик, а мы выделили грудь, плавно переходящую в это подбородок. Так, фигура мечта называется. Теперь можно приделать ручки, положить на пузички. Так, надо четко. Может, голову сначала это лицо сделать? Ну, давай сначала лицо сделаем. Потому что от лица будем сходить, да. Где руки. Так, где у нас... сейчас будем сначала делать нос, потом все остальное. Ну, может, не розовое, а черное? Забирай сюда, выкладывай и примеряй. И какие-то розовые все. Делать будем по новой методе. Но мне надо такое, чтобы иголка пролезала. Наверное, вот такой. Вот. Приложи на свинью. Вот, ты, вот это идеальный пятак. Ты измеряешь про нитку, а я измеряю про свинью. Давай я вот. Измеряю вот. Пятак, мне кажется, самое то. Вот, глянь. Ну да. А на другую сторону, если вывернуть? Не. Угу. Не. Итак, определяешь, где у меня будет нос. По задумке нос должен находиться прямо под шапкой. Где-нибудь вот тут. Вот поближе туда. И вот там вот где-то глазки. Поэтому... Свинка-балеринка. Да-да-да. Да. Свинка, которая забросила. Это балет. Да, на Большом театре. И так ее быстро разнесло. И за год ее так и разнесло. Бедная. Бедная. Прима-балерина, которая перестала соблюдать диету. Ой. Нажимайте, пожалуйста, нравится. Нажимайте, пожалуйста, кнопочки соцсети. Если вам реально нравится, нажимайте. Нам будет очень приятно, потому что мы придумывали, действительно придумывали, собирали эти идеи, чтобы вас порадовать, чтобы вы не просто получили готовые изделия, но и узнали какие-то новые интересные приемчики. Вот сейчас вам будет показан новый приемчик. Новый приемчик. Так, в чем суть? Пуговица пришита. Может, поменьше, очень уж тебя выступающий будет. Ну да, давай там. Поменьше. Вообще, это делай прям почти вплотную и обнажу. Ну да. Пуговица пришита, но, видите, она болтается. То есть она не зашита прям вот железобетонно. Это будущий пятачок. И сейчас мы этот пятачок начнем формировать. Держите его четко дырочками, потому что дырочки... Это... Ну, можно потом подвернуть. Можно. Ну, можно. И начинаем обматывать вокруг пуговки. Ленивый пятачок. Ленивый пятачок, да. То есть мы не можем вот без лени обойтись. То есть свинка сложная получилась, поэтому сэкономим остаток времени на пятачке. Вот, и начинаете, вот она закрепилась. Она из шоу толстушек. Я вот тоже так думаю, да, да. Ну, мне эта свинка больше всех нравится, больше всех связанных. Посмотрим, что у нас получится с заключительной свинкой. Получится или не получится. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы получилось. Мы хотели эту свинку связать последней, но вот как-то это не удержались. Уж очень она нам понравилась. И... Так. Крюшка супер, говорит Маргарита. Да, нам тоже нравится. Пока не закончен. Так, не а хватило глазки ты не запросила. Да, а в принципе и хватило пятачка. Да, да. Вот. А глазки ты не запросила. Вот, получается пятачок. Глазки, сейчас мы будем смотреть, какие у нее там глазки. Видите, объемный пятачок, отстоящий от свинки. Оцените ноу-хау. Вот он, убираем. И теперь глазки либо большие, либо вот эти. А, нет, большие точно не нам будут. Сюда не подойдут. Да. Ну, вот зеленые, голубые, может быть. Ну, голубые. Нет, вот белоглазые. Вот давай на. А черных нет у нас? Черных нету. Их не было. А вот синие, темно-синие. Так вот они. Раз, ну два. Чего тебе? Вот ты они. Не считаешь, что синие? Не считаю. А я тогда эти собираю. Да. Определяемся с местом, с местоположением глазок. Это пуговички на ножке, которые используют как глазки. Либо так, либо поближе к пятаку. А поближе, если то, что будет?
Во, вообще, атас. Думаешь, на этом месте? Ну, девочки, оцените, нравится ли вам вот такая вот свинка, которая разъелась? Да, уже сказали, что нравится. Главное, местоположение глаза. Бомбезная свиньячка, Елена говорит, бомбезная. Очень нравится, говорит Наталья. Жаль, что лайк можно поставить один раз. Ну, девчонки, что могу сказать? Нам самим нравится. Самим нравится, да. Вот не удержались, хотели последнюю, но не удержались. Лень – двигатель прогресса. Это точно, это точно. Ленивые все делают быстро, чтобы побыстрее отделаться, и качественно, чтобы не переделывать. Да, но у Лени вот у нашей конкретно есть свой большой минус. Быстро сделали одно, тебе тут же посовывают что-нибудь другое. Что-нибудь другое, да, да, да. Тут же должен нестись, сделать. Пятачок классный получился, говорит Лена Маталева. Ну, вот мы тоже решили, что покажем, как сделать, потому что ну, да, вот надвязывать, он... надшивать, ну, как-то очень утомительно было. Так, а мы тем временем просто... Симпатяга. Поскольку место ну, положения вот, глаза. Вот не всем нравится. Вот судя по тому, что не все лайк ставят, значит, не всем понравилось, не все оценили. Ну, я думаю, что когда начнут присылать и вязать, мы будем выкладывать работу. Я надеюсь, что свяжете, потому что поросенок, да. Мне кажется, достойный. Нажимайте кнопочки «Поделиться». «Поделиться». То есть лайк – это ваше настроение, «Поделиться» – это чтобы увидели еще те, кто заходит к вам на страницу, чтобы они тоже связали такую свинюшку. Потому что я говорю, что мы придумываем, и эти изделия дают ну, невероятную эмоцию, и нам бы хотелось, чтобы эта эмоция досталась не только тем, кто присутствует на мастер-классе вживую, но и всем тем, кто увидит потом, потому что когда будут видеть ваши работы… Нитка у тебя торчит там. Да, я вижу. Когда будут видеть ваши работы, то не будут видеть, откуда это взялось, и не смогут связать такую, как бы повторить не смогут. Так, извините, я пошла под лампочку. Пусть балетные завидуют, фигура Атас. Очень колоритная дама. Ну, девчонки, вот я говорю, что мы с Натальей долго обсуждали, мы покажем вам прототип, и вы увидите, что ничего общего, кроме ножек, нету. Поэтому вяжем вот сейчас вместе с вами, то есть пропорции были условно просчитаны на, ну, как бы, на глаз, не знали, как получится, поэтому что у нас там получается, мы узнаем только вместе с вами сейчас. Так, вот, ну, как бы раньше мы это даже не могли. Уйти, потому что, вот, извините, не вижу. Ну, Наталья вяжет под лампой там. Да, я не вижу, я пришила глаза. Пришила? Да, вот они, под лампочкой. Получились. А, так, нужно будет оформить физиономию, то есть ротик. Ротик оформляй ты. Ты у нас мастер по этим вещам, я тебе могу ставить ниточку. Чего? Чего такое? Я ленива. Я руководитель проекта. Я слишком для этого ленива. Да. Я даже не знаю, какой ротик. Мы ротик-то не обсуждали. Ну, ты мне потом скажешь, что я не то сделала, поэтому ротик с тебя. Так, а где хвостик-то? Хвостик. Вот это так завязала, что ли? Что, такая недовольная девушка будет? Не знаю, ну... А ты что, мне черную нитку вставляешь для ротика? Ну да. Это же, ну... Дама, какие губы, ты что, черные-то? Ой, да, вот ты, какие же это. Девушку собралась обидеть. Да что, тут этих, всяких этих, каких-то цыплят, что ли, посылают, даже не понимаю, да. Чего-то такое. И чего, я уйти из кадра? Ну, заходи в кадр. Не, я в кадре не могу, я стесняюсь. Так, а мы сейчас, носик не нужен, наша задача будет сейчас пришить ей ручки. И что еще? Наверное, все. И все. Как тяжело-то. Руководить-то легче. Да, гонять всех туда, ты туда. Кнутиком помахивает, он сидит. Нитка зацепляется все время. Это потому, что ты вязать не любишь.
Вообще долма не умею готовить. Угу. Кошек. А, иголочку. Ничего, ножницы, ножницы. А, нет, крючок. Скальпель. Потайная тут эта операция идет по смене физиономии, поэтому... Что ж такое, а? Прямо... Прямо чувствую себя хирургом каким-то. Ну, подтяни нитку-то. Можно, конечно, ей еще какой-нибудь подбородок сделать, но я думаю, что это уже... Пузика, я думаю, достаточно, потому как он и так уже девушка очень фигуристо-колоритная. Пинцент так... Где Хрюшка? Хрюшка где? Вот с таким ротиком сплошная свинка-грустинка. Языка явно не хватает. Девочки, слушай, хором это, рот печальный. Пришить ей язык. Ну, девчонки, мы вам оставляем на ваше усмотрение. Пришивать, что хотите. Пинцет, тампон, зажим. Так. Можно даже бусики. Вот такая ярко выраженная шея. Но тут просится еще какое-нибудь оформление. Ну, давайте... Все замерли в ожидании. Вот. Вот она. И все. А ручки сложенные на... Ой, слушай, спирт уже. Уже спирт туда просят в студию. Ручки на пузике сложенные. Раз, ручка. Где там? Два ручка. И они на пузике вот так вот и складываются. Вот. Угу. Да? А копытца не будем делать? Ну, у нас время еще остается, можем копытца сделать. Ну, и на передник пальцы. Тьфу, да, и вот это иголку тело. Или это я ее куда-то делала? Не было иголки. Ой, куда же я ее делала-то? Иголку ты отрезала. Вот она. Угу. Ольга, другое дело. Веселую морду. Можно щечки нарисовать. Морда, физиономия. Да, да, лицо. Лицо. Свинское лицо. Можно и... Красавишну полную сделать. Да, тут, да. Абсолютно. Здесь вот как бы мы специально вам показали вот эту фигуру такую. Я говорю, что я когда увидела... Ну, те, кто увидел заставку, то есть этот анонс этого мастер-класса, вы видели этого кота. Я когда увидела этого кота, вот я не знаю, прям вот щелкнуло что-то. Ну, такую свинку надо сделать. То есть невероятный хвост такой, это, переходящий из головы. Я поняла, что вот у нас будет голова, плавно переходящая из ног. То есть ноги, плавно переходящие в пузо, пузо, плавно переходящее в голову. Вот я увидела эту свинку, и меня она просто вот торкнула, и я решила, что нам ровно такой свинки не хватает. Охренительная хрюшка. Срочно нужны бусы. Ну, вот я тоже, бусы, что бусы точно нужны. Да, вот однозначно нужны, ну, бусы. Ну, нет у нас вот бусов тут никаких. Цепочку может как-нибудь добыть. Добывай. Можно даже маникюр сделать на кончиках лапок, ручек. Вот. Вот можно было покороче чуть-чуть, чтобы она совсем вот на брюшке сложила вот так вот ручки, и все. Вот. Вот так, собственно, и сделаем. Ручку на ручку.
Ну, вот добыла тут бижутерия, не знаю. О, даже готовая. Бусики маловаты. Откормыш такой. Ну, это великоват, вот, это, наверное, большой. Ну, я думаю, что вы сами найдете, что у вас есть вот в закромах. Вот колье можно надеть. Ну, в общем, найдете чего. Потому что здесь нужно с размерами попасть. Ну, вот здесь, я думаю, что надо попасть. Все-таки именно вышить. Вот. Не, ну, берем эти пуговицы и это... Пуговками, да, идеально. Да, да, вот таким вот. Можно было, наверное, маленькими. Ну, это я как бы показываю, где вот, где эти должны бусины находиться. Ну, это уже смотреть. Мне кажется, что уже избыток вот здесь вот. Да. Она слишком яркая, и чтобы еще бусы. Ну, девочки, вы, на самом ваша. Деле, сами решите. А с копытами что мы делаем? С копытцами. Так, я не принесла, естественно. Свинка вдохновляет на творческие подвиги. Вдохновительница, одним словом. Огонь, да. А не свинушка. Да, ну, я думаю, что да, год должен быть самая хорошим. Самая красивая из хрюшек, из всех хрюшек. Ей надо что-то в ручке. Ну, свинка жду. Мы уже думали, что сюда или кусочек сыра, или яблочко. Да, да. Но это вот, девочки, ёлочку это можно. Ваша фантазия. Сами решите, да. Ну что, копыта-то как там? Слушай, давай маникюр сделаем, и все, красненький. Ну, давай маникюр. Ну, в принципе, я считаю, девочки, что это на ваше усмотрение. Свинка самодостаточная. Да. Вы вот. Сами можете решить, что вы хотите. Вот как бы у вас три свинки, и вы сами понимаете, что это самая роскошная из всех свинок. Но мы постараемся еще одну сделать, чтобы она все-таки отличалась от того, что мы сделали. Вот видите, они не похожи друг на друга. И когда говорят, что как бы игрушек надоело, куда столько свиней в доме, ну, как говорится, не надо, не вяжите, отпад, улетная девушка. Я тоже так считаю. Мы не удержались, мы хотели ее напоследок. По поводу прототипа. Да. Не поздно на зверюшка. Сейчас вам покажу, попробуйте то, что мы провязали быстро. Это ты где сейчас? Нет, показывай. А, вот прототип, который послужил тому, чтобы мы связали вот такую вот. То есть на том, что мы потренировались, мы выяснили, где что убрать, где что прижать. И вот это вот как бы поросенок, который был изначально. Видите, на нем стоят метки, на нем стоит, где будем лицо делать и так далее. То есть ребенок, что ребенок сказал? Да, когда я показала сыну, говорю, вот скажи, что это? Он так замялся, ну вот пятачок. Как бы не обидеть, как да? бы пятачок, а дальше вот на пенек похоже. На пенек так пенек. Ну вот видите, из одного получается совершенно другое. Поэтому тренировка, она обязательна, потому что это макет, на котором определяете, каковы проблемы вашего изделия. Вот это как раз то, о чем я говорю все время в нашей мастер-группе. Делайте макет изделия. И на нем вы прекрасно отработаете все нюансы. Кстати, говорит Ирина, свина-пацан по этой выкройке тоже классный получится. Конечно, да, конечно. Получится. Его можно сделать в штанах. То есть вы вот вместо юбочки вот до пояса делаете другого цвета. У вас получаются штаны. Хвост, вот по поводу хвоста, ну, в принципе, можно, но юбка закрывает. А вот пацану хвост можно было бы приделать. Упитанная свинка. Да. Бедный прототип. Бедный прототип. Ну, девочки, вот я еще раз хотела сказать, что вы думаете, что мы вот прям вот отработали, все отработали. Что мы отработали, мы вам показали. Вот Наталья с этим пришла. Могло получиться. Подождите, я вам покажу, с чем я от Светланы ушла. Это тоже вот очень интересный момент. Я же принесла эту бумажку, где-то здесь я положила. Твоя вот эта вот. А вот это, сейчас я вам покажу исходник. Какой, ты не опозоришь. Нет, я вам показываю исходник. Вот то, из чего родилась эта свинка. Вот эти ножки. Она мне вот так вот это сложила, загнула. Сунула в экран, сказала, вот из этого сделай. Я пришла к ней, когда на прошлой посиделке, она мне выдала вот это вот. Сказала, на, забирай, из этого мы свяжем свинью. Из нее родился прототип, из прототипа родилась уже вот эта девушка. То есть это три этапа нашей работы по созданию поросенка. Нет, ну, знаешь, вот те, кто не занимается творчеством, им даже не представить. Им кажется, что все придумано до нас, и вот как бы нас там быть не может. Ну, вот где-то здесь... Или где-то взяли схемку. Да, вот где-то украли схемку. Ну, вот вы видите, вот оно все рождается вот точно так же. Вот все рождается на ваших глазах. Поэтому приходите, вяжите вместе с нами, получайте удовольствие. Вы видите,
те, кто смотрят мастер-класс вживую, они получают самые большие эмоции, потому что для них каждый этап неожиданный. Те, кто смотрят в записи, они уже это все видели, точнее, они видели результаты, для них уже неудивительно. А мне кажется, на белую мишку похож. Ушек не хватает. А между прочим, у свинки ушек не хватает. Ушек, ну ушки... Ну, девочки, значит, ушки мы миллион раз вам уже показывали. Вот они все ушки. Ну, не знаю, насколько можно... будет... Очень кстати, красиво очень будет. Красивый. Очень красиво очень будет. Ушки. Ушки, может, да. Довязать нам все-таки? Ну, 15 минут есть у нас. Ну, слушайте, я не вижу здесь ушки, вот честно говоря. А я вижу. А я вижу. Будет очень красиво. Давай ушки. Ну, девчонки, вы уговорили. Действительно, ушек не хватает. Сейчас довяжем им ушки. Ну, идет заново тогда сборка вязальной машины. Нам вообще без в отличие разницы. От записанных мастер-классов, мы можем взять и сделать все, доделать, чтобы получилось так, как нам хочется. Потому что я тоже считаю, что чего-то не хватает. Инструкции вы ставите? Одно обязательно. Иначе улетит сейчас. Ой. Ну, что? Определяемся с размером ушек тогда. Сейчас определяемся. Определяемся по принципу первой свинки. Где она тут? Вот. Каковы размеры ушей? Ну, вот это, наверное, очень большие. Они из-под шапки-то будут торчать. Ну, значит, обрезаем. Ну, вот такое ухо. Так, какое ухо, да, смотрим. Ну, в принципе, вот эти же 10. 4 на 4, да? Да, чуть поменьше. Ладно. И хвостик маленький. Ну, и хвостик. Раз уже достали, то значит и хвостик. Да, да, да. Так, получается. Елена говорит, ушки можно считать, что под шапкой. Ручки я свяжу покороче. Ушки под шапкой. Ну, девчонки, вы увидите, как без ушек, и вы увидите, как с ушками. Вы поймете, что как вы хотите. Мне кажется, что с ушами будет более на свинью похоже. Так, сейчас тебе даю первое ухо, ты его пришиваешь, я вижу второе. Елена говорит, белый стол шикарен, все видно, не пестрит. Да, ну, девчонки, ну, попробуем, потому что, ну, как бы, нет однозначного решения. Если мы не сделаем, то так будет. Да. Всегда будут, кому нравится, кому не нравится. Угу. Так. А где тебя это? Что? Я деватель-то убрала? Убрала все. Так, сейчас я быстро связала одно ухо. Светлана сейчас его пришивает. Не пришиваю, а зашиваю. Или ты прям хочешь, чтобы я его пришила? Ну да. Ну давай. Чуть тянуть там. Я как бы не специалист по это, ухо горлоноса. Да ладно. Да ладно, ладно. Мне еще хвост. Давай. Ушки поменьше. Ну, девочки, мы уже отмерили все. Вы увидите, как эти ушки смотрятся, а сами сможете, какие хотите сделать. Потому что... Ну, вообще, ушки как бы не для меня неожиданностью явились. Ой-ой-ой. Марина говорит, свинка пищит уже от счастья. И уши будут, и про хвост вспомнили. Ну, я тоже так думаю, что... Ну, уж делать так делать, да. Так, слетело. Это ты сразу одну сторону зашиваешь? Да. А мы разве так делали? Так только так и делали. А, супер. Ухо точно по первой свинке, поэтому как особо тут не распространять, как я это делаю. Измеряли ухо точно по методике первой свинки, поэтому там все это показано, поэтому где ножницы? Ой, вот готово ухо. Второе. Ну да. Чего надо? Уши, хвост. Надо. Мы так увлеклись формой, что забыли содержание. Угу.
Ты сейчас ухо режешь, да? Да, второе ухо. Хвост. Ну, вообще, видите, игрушка достаточно быстрая. Опять же, если вам нужно несколько, делайте конвейером. То есть сразу заготовки на несколько телец и одновременно каждую деталь по несколько штук. Тогда у вас гораздо быстрее все это пойдет, чем если вы будете полностью оформлять одну, потом полностью оформлять другую. Но это для тех, кому нужно много и нужно ускорение. Так, второе ухо и хвост. Ну, я за кадром сижу, я думаю, что вы понимаете, что я ухо пришиваю, просто лихорадочно пришиваю ухо. Потому что одновременно в кадре нам не поместиться, поэтому все-таки у нас машинное вязание, не урок по декору, поэтому... Ну, просто ухо пришивается точно так же, как на первом поросенке, вот ничего другого. Крючок не подвели. Достану еще один. Снимаю все петли на текер со стороны противоположной от рабочей нити. Ну, одно ухо я пришью, второе ухо я дошью уже после мастер-класса, чтобы не занимать, потому что пришивание минут 5 занимает, и мне не хотелось бы, чтобы вы сидели и ждали, что у нас там с ушами получится. Принесла вторые ножницы. Надели все на декер, протянули через все петли рабочую нить. Стянули, и у нас получился хвост крючком. Все. Убираем машинку. Пришлю позже. Вот второе ушко. Вот здесь вот будет вот такое же второе ушко. Вот. И такая здесь красавица, тоже свяжу. И вот здесь вот, видите, вот этот хвост крючком, который... Вот... Елена сказала, а у меня сын сказал, что ему школу такую надо, уже вот. Надо. Вот как вот. Бы... До начала мастер-класса Елена сказала, что у нее сын сидит и машинку занял, вязать не дает. Свинку увидела, сказала, что освободит машинку. Татьяна говорит, если бы мне подарили такую свинку, я бы вязала от удовольствия. Ну, я надеюсь, что кому вы подарите, будет вязать. А хвост-то пришиваю, что сидим-то? Ну, я думала, хвост тоже потом. Ну, а что потом-то? Ну, хвост связали, вот. Ну, хвост связали, да. Ну, все, я думаю, что вы сообразите, как ее как его пришить. Ну, вот, хвост тем хорош, что вот стянули, и вот он, крючок, который уже никакими силами никогда никуда не денется. Его просто пришили вот на... заданное место. А место заданное. Так, не туда. Ну, не знаю, вот мне кажется, что бусы, может быть, уже не нужны. Вот. Если ручки в разные стороны сделать, то можно бусы. Если вот как бы вот она со сложными руками на груди, может быть, уже бусы и избыточные. Поэтому сами решайте. Будете украшать, вы сами решайте, что у вас куда. Может быть, она несет у вас подарок, и поэтому у нее в руках что-то будет. Избыточно тоже, как бы вот декорировать тоже не сильно это красиво, когда, знаете, вот масло масляное, и вот
вульгаризация уже получается. То есть, когда мы делаем такие игрушки, все-таки мы детям показываем, как нужно быть, либо как не нужно быть. Поэтому, если это как то, что не надо столько кушать, будешь вот такая же балерина, это, в принципе, может быть показательно. Если ее всю украсить и сидеть, то, наверное, так оно и надо. Да, да. Вот хвост в итоге загнутый. Людмила говорит, класс, как всегда, браво. Девочки, мы старались, мы хотели вас удивить, и мы удивились сами результатом. Поэтому надеемся, что эти свинки найдут достойное место в вашем хозяйстве, и что вы пришлете нам отчеты, и мы будем, как говорится, не знаете, где отчеты, куда отчеты писать, либо пишите вот нам на почту, эта почта написана под нашим видео. И либо же находить нас в соцсетях, мы всегда рады. Не все присылают на почту, некоторые мне в личку присылают. И я всегда счастлива, верещу от восторга. Ну и ждем ваши отчеты. Приглашаем вас на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И напоминаем, что сейчас была трансляция школы машинного вязания изба вязальня Наталья Некрасова и Светлана Амельян.